Колонок – удивительный маленький зверек. Он обитает в лесах Урала, Сибири и Якутии. Можно встретить его даже в Казахстане и Китае. Хотя это животное очень похоже на привычных хорька или норку, но и у него есть свои причуды. Приветствуем, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о колонке. Несмотря на свои размеры, он является неутомимым хищником и может охотиться не только на небольших грызунов, но даже на зайцев и ондатр. Китайцы считают, что колонок – дух-странник, который способен похитить душу человека, заменив ее чужой душой. Самый заклятый враг зверька – соболь. Когда эти два животных встречаются, неизбежна настоящая бойня. В качестве жилища колонки используют норы различных грызунов. Помимо основного жилища, у них есть несколько дополнительных укрытий, расположенных в разных местах его надела. В природе колонки в среднем живут до 2-летнего возраста. Редко можно встретить 6-летнего долгожителя, а вот в неволе животное доживает иногда даже до 9 лет. Плодовитости этого зверька можно позавидовать. Ежемесячно самка может родить 6-10 малышей. Этот представитель семейства куних – прекрасный пловец, поэтому может добывать себе пропитание даже в воде. Отправляясь на охоту, мамочка-колонок умело прячет вход в убежище детенышей. Зимой зверек может заныривать под толщу снега и преодолевать таким образом расстояние в 50 метров. Колонки не поедают добычу на месте охоты, а трапезничают в своем убежище. Животные могут вскарабкиваться на деревья, но предпочитают воздерживаться от подобных упражнений. В поисках пищи могут преодолевать большие расстояния – до 20 километров. Шерсть животного чрезвычайно мягкая, ее используют для создания специальных художественных и каллиграфических кистей. Колонки – уникальные животные, эффективно приспосабливающиеся к условиям обитания. Они предпочитают оседлый образ жизни, однако в поисках пищи могут совершать целые миграции. Их можно встретить уже не только в лесах, но даже в небольших городах. На этом у нас все, будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайки и нажмете на колокольчик. До скорого!